на эти два важнейших для профсоюзов вопроса, занятость и заработная плата, мы всегда будем обращать самое пристальное внимание. На 5-м Всебелорусском собрании была поставлена задача создать за пятилетку не менее 250 тысяч новых рабочих мест. Если смотреть исключительно на цифры, то вроде бы задача выполняется, решается, но вопрос в качестве этих показателей. Новые рабочие места должны быть высокопроизводительными. Если же там зарплата 400-500 рублей, то такое рабочее место никому не надо. Я призываю профсоюзы обратить внимание на эти моменты. Зарплата, безусловно, важнейший вопрос для людей, и он всегда должен быть в поле зрения профсоюзов.